Скажите, пожалуйста, какая процедура у вас проходит в этом кабинете? У нас в этом кабинете проходит обертывание, шоколадное в данном случае. Мы начинаем процедуру с скрабика, с шоколадным, с какао-порошком. Затем идет, немножко мы закручиваем в термоодеяло, чтобы поры открылись, начался лучше лимфоотток и очищение кожи прошло хорошо. Потом мы начали само обертывание, у нас альгинатная масочка есть и порошковая, как пенообразующая, тоже вот релакс хороший для кожи. И так вот эстетически пахнет шоколадом, человек получает удовольствие от этого всего. Потом мы смываем и закрываем процедуру гель-кремом, гель для тургора кожи. Какой эффект? Какой эффект над массажем? Массажными движениями, конечно, релакс получает удовольствие, человек, тонус сосудов, укрепляются сосуды, кожа подтягивается. Антицеллюлитный эффект? Безусловно. Ясно. Сколько всего человек лежит именно с нанесенной шоколадной маской? Полчаса. Полчаса. Угу. Ясно. Как ваши ощущения? Хорошо. Здорово. А какие еще вы предлагаете обертывания? Мы предлагаем еще обертывание водорослей, грязевое. Грязевое у нас для тонуса кровеносных сосудов, для подтяжки, вот как бы антистресс для кожи. А водоросли насыщаем кожу минералами, аминокислотами, витаминами. И лучшая борьба водорослевых обертываний против апельсиновой корки. Угу. Лифтинг эффект. А сколько процедур достаточно, чтобы уже был виден какой-то эффект? Ну, от 6 до 10. От 6 до 10. Ну, мы как бы нашим... Через день можно? Да, можно. Ну, 2-3 раза в неделю вот предлагаем, как угодно. Можно и каждый день, если желаете, для лучшего эффекта. Хорошо, спасибо вам большое.